планы узнать и выразить сегодня я хочу познакомить хорошие новости. Сегодня, в этом 9 мая 2020 уже началось занятие в этом год назад. Это Вики под названием «Совершенно странный контрибус Вики». Сегодня уже начал. Я уже посчитал все скрипты таких людей, я не желаю 4-4-4-4-4 П. Это Сыр и Алексей Дубровин. Вы знаете, уже такой стал, тут уже называют меня, даже называют меня Чуном, каким-то всякими. Чуном, Чуном, всяких Чунов, и дальше. И Гасюсом. Уже здесь такими словами. Уже пора закончить анархию с этой. Теперь я подлезаю все списки и позицию ГТП, чтобы занять какую-то демоническую анархию с этой игры. И так он уже готов. Пора начинать демоническую анархию с вымышленными странами и контрибутики. Пора сделать, чтобы люди жили дружно. Вот. Увидимся в следующем видео. Это хорошие новости. Закончились, и всем пока.